Здравствуйте. Здравствуйте. Зачем распеваете? Я же сказал, если будете распевать, сотрудники подойдут. Не нужно распевать. Это не только вас касается, а всех. Предупреждение! А вы знаете, что Михаил Лазутин вообще просто... Феню просто гонит! Давайте не будем переходить на личности. Извините, пожалуйста! Отвечайте за себя! Ведем себя достойно, и не нужно провоцировать. И тем более распевать и нарушать. Второй раз предупреждать не буду.